передача до 16 этаж, центральное телевидение. Вы поняли? Я понимаю, но вы не ошиблись? Нет, нет, я не ошиблась. Я звоню вам с телевидения. Вот по какому вопросу. Скажите, к вам приходили дети из объединения «Заря» вот для того, чтобы принести вам обед? Один раз были. Ага. Ну и какое у вас впечатление? Да трудно сказать. Они сказали, что позвонили, но мне тогда не нужно было. Да, я слушаю. Ну вот. Я даже и остался, она как-то такая неопытная, я и остался должен денег. И больше я ее не видел. Uh-huh. А второй раз принесла мне картошку, она ученица 8 класса. Uh-huh. Я вот по какому поводу? К вам дети приходили по поводу покупки продуктов? Приходили. Ну и как? Все сделали? Что значит все сделали? Мне одна помогает. Uh-huh. Девочка приходит. Так. Ну что вы, а вы что хотите? И ходит до сих пор, все нормально, вы довольны? А как же быть недовольны, если мне некому больше помочь? Ну, то есть, полноценная помощница, вы только хорошее можете сказать, да? Разумеется. Началось это так. Фирма «Заря» решила оказывать помощь престарелым людям, покупать и приносить им на дом продукты. Однако из-за низких расценок желающих выполнять эту работу, кроме школьников, не нашлось. Насколько заинтересованы в этом вы? Вообще в таком сотрудничестве? Мы в этом заинтересованы в полной экономической мере, именно экономической. Знаете, опять же, мы выступаем со школой как партнеры, я не знаю, равны или нет. Школа в этом с экономической точки зрения не заинтересована, но я не думаю, что школу это в первую очередь должно интересовать. Ее интересует, вероятно, воспитательный момент. А нас с точки зрения экономики взаимодействие со школьниками очень интересует. Я уже сказал, что у нас дефицит рабочей силы по этим видам услуг. Мы отбирали ребята всем комитетам комсомола, вот как было. А сам я тоже в отряд «Заря», тоже хожу по домам и тоже помогаю, как и все. Да, выбрали вы добровольцев, да? Но это было чисто добровольно. Это на самом деле ребята сами хотели, да? Даже наоборот было перебор, было очень много желающих. Нам надо было сначала собрать отряд 10 человек, потому что мы ездили в «Зарю», договаривались с ними, сколько нужно человек для этого. Ну, они сначала нам предложили большой отряд, 50 человек. Но мы сначала на первое время только из 10 решили создать. Считаю, что вообще одиноких людей не может быть, потому что каждый одинокий человек, у него есть страна и люди, которые могут ему помочь. Поэтому я считаю, что одиноких людей не может быть вообще на земле. Как так это даже такого быть не может. Но они же есть все равно. Есть, но ведь есть организации, которые помогают. Например, та же самая фирма «Заря», она же помогает ему. Казалось, выигрыши будут все. И те, кому нужна помощь, и фирма «Заря», и школьники. Однако статья в «Комсомольской правде» поставила под сомнение участие ребят в этом деле. Вспоминались в ней добрые тимуровские традиции. Утверждалось, что помощь должна быть бескорыстной, что истинное милосердие несовместимо даже с небольшой 3 рубля в месяц оплатой. И лишь о том, как сегодня, сейчас помогать тем, кому эта помощь необходима, не было сказано ни слова. В результате пострадали именно эти люди. Почувствовав после публикации на себя косые взгляды сверстников, многие ребята на работу больше не вышли. Позиция здесь очень такая противоречивая, и, в общем-то, я где-то пришла к мысли, что они не должны оказывать платные услуги, потому что смутило меня здесь и то, что школа с педагогическим уклоном, и ребята эти, в общем-то, большинство из них поступят и будут потом преподавателями. И как вот, если они переступят этот порог нравственности, как они смогут потом сами работать с детьми и быть учителями? Вот где-то мне вот это... То есть за деньги обслуживать престарелых безнравственно? Безнравственно. Я правильно поняла твою мысль? Да. Как быть в этой непростой ситуации? С этим вопросом мы обратились к заинтересованным лицам. Ну, мне думается, тут надо разделить эти два понятия. Милосердие со стороны ребят, оно проявляется очень активно именно этой школы. И инициативу, которую ребята которая возникла у самих ребят, ее не надо вот таким образом трактовать. Она, наверное, возникла от того, что в районе очень активно ставятся вопросы участия школьников во всех делах сферы обслуживания, во всех делах наших предприятий и так далее. И практически каждой комсомольской организации было дано задание найти себе дело,
в сфере обслуживания района, которое бы могло как-то реализовать их возможности, их способности и так далее. Именно потому, что педклассы мы предложили по инициативе ребят использовать их в фирме «Заряд». Мы предполагали, что они будут выполнять разные поручения, не только обслуживать престарелых людей. Но так случилось, что вот среди сегодняшний прочих... день они вообще прекратили эту форму, среди прочих поручений им фирма «Заряд» дала и это. И я считаю, что ничего страшного, что ребята познают вот через занятость вне школы, через такую полезную работу и для фирмы «Заря», и для города, и прежде всего для самих престарелых. Ничего не смущает в этом движении. Я вам сейчас скажу почему. Потому что когда я узнал о том, что дети берут деньги за вот, уход за больными, за престарелыми, старшим возрастом и так далее, я был возмущен только одним. Что здесь затронут полностью вот этот знаменитый воспитательный вопрос. А именно, что человек, который требует, вот ему нужна помощь, ему нужны какие-то лекарства, все это, и он вынужден, в общем-то, платить. Платить кому? Ну, допустим, не вам, не ей, вот не мне, а именно ребенку. А как же тогда получается... Ребенка в фирме «Заря». А как же тогда... Это разные вещи, Юрий Павлович. Правильно, но все равно же ребенка получается... Ребенка в фирме «Заря». Что получается? Что все равно ребенок знает, за что он получил эти деньги. Ведь он же знает. За работу, то есть он, понимаете, не совершил акт милосердия, как было, допустим, Тимуровское движение, которое у нас тоже сейчас существует. Мы, значит, учим детей одному. Ты должен помогать старшим, ты должен помогать престарелым и так далее, и так далее. Не получая за это деньги. А тут мы сами себе противоречим. Одно и почему... другое не исключает, Юрий Ильич. Ну, почему? Именно считаю... эти школьники первые в районе пошли в дом ребенка, в котором достаточно трудные условия, и в которых они помогают безвозмездно, они приходят нянчить маленьких детей, у которых, к сожалению, нет родителей, и так далее, и так далее. У них есть подопечные престарелого возраста, которым они приходят просто так помогать. Но в данном случае ребята устроились на работу. Другое дело, что им дали именно такую работу. По-моему, основной, так сказать, камень преткновения всей этой вот дискуссии, которой вы занимаетесь, просто в смешении понятий. Понятие милосердия и понятие работы. Я считаю, что понятие милосердия в собесовской его форме не существует. Это бытовая хорошая служба. Если закон разрешает детям работать и зарабатывать деньги, пускай на здоровье работают, они этим тоже принесут добро, они помогут людям. То есть эти две формы могут и должны сочетаться, я правильно вас поняла? Видимо, да. Должны ли ребята обслуживать старших этих самых людей, старых людей, именно с точки зрения милосердных дел, за деньги? Правильно? Ведь так стоит вопрос в статье. Вы смешиваете опять милосердие и социальную работу. Использовать детей как работников социального обслуживания вполне возможно. Да, ради бога, ну почему за стариками-то надо? Потому что название это форма. Милосердие, это, по-моему, недопустимо. Тогда, по-моему, тогда... надо не ставить какие-то точки, запрещать или разрешать детям работать, а посмотреть, как это будет жить, что будет жизнеспособно, что не будет жизнеспособно. Я думаю, вреда от этой деятельности никакой. Дети приходили по поводу покупки продуктов? Приходили. Ну и как? Все сделали? Идут споры. А люди, которым нужна помощь, ждут. Так. Ну что вы, а вы что хотите? И ходит до сих пор, все нормально, вы довольны? А как же быть недовольны, если мне некому больше помочь? Такими страшными. Мы же вот стоим, причесанные, побритые. Ну, кстати, вот как вас снимали вот в этих фильмах? В этих фильмах у ассистентов режиссеров было только одно требование. Значит, нам предлагали сниматься в 5 фильмах, мы снялись вот только в 2, может быть, весной еще получится что-то. Так вот, требование было одно. Ребята, на вас должно быть как можно больше металла, сзади должна сидеть девушка в кожаном. И, в общем, ребята, ездите как всегда. Они никак не могли поверить, что мы ездим вот так вот, совершенно в нормальных куртках. В общем, стараемся даже как-то чисто выглядеть. Они это просто не понимали. Они не думали, что мы и есть рокеры. Понимаете, главное, какой-то
отрицательный такой символ. Рокер страшный, что-то ночное такое, опасное. На самом деле, если не так... Вы здесь живете, да? Нет, я здесь не живу, я работаю здесь. И работаю здесь 27 лет. А где вы работаете? Работаю здесь при ЖЭКе, при ДАС 7, 27 лет. И хочу сказать, вот эти ребята, все они здесь выросли при мне, почти сказать. И ни одного, вот чтобы их плохого о них сказать, я не могу ничего сказать про них плохого. Не хулиганят, ничего, в подъезд, если они зашли погреться, ребят, ну вы только ради бога ничего не делаете. А почему в подъезд-то? Ну идут, вот, знаете, вот холодно, вот другой раз деваться погреться, некуда. Деваться значит, некуда. Значит, надо бы им помочь, по идее. Помочь, это ну так, это уже начальство, наверное, будет. А должно. Вот шум, ребята, может, и хорошие, а вот шум? Шум, это мотоцикл, вот когда-то они что-то проверяют его или заводят, вот только в этом случае шум. А так они уехали, я не вижу шума ну, такого. Ну что, вы бы прям посоветовали вот жильцам закрыть на это глаза? Ну, наверное, надо просто делать снисхождение, но ведь не все же, не ежедневно, не целый день с утра до вечера, до полуночи они это делают. Телевизор совсем не показывает спортивную программу, огорчается Иман Тванзович. Этот упрек мы можем отнести в основном к мотоспорту. Он пока, к сожалению, массовым не стал. Отчасти потому и не утихают страсти вокруг рокеров. Судя по нашей почте, интервью, снятое в Московском дворе, можно было бы повторить в Ленинграде, в Астрахани, в Воронеже, Ижевске, да где угодно. Во-первых, кто? Кто вы такие? Да. Рокеры? Смотря, что вы понимаете под этим словом. Мотоциклистов, которые ездят по ночам по Москве, да. И еще по всем городам Союза. Тогда нет. А кто такие? Ну, люди, которые интересуются техникой. Ну, может быть, даже присутствует в какой-то мере дизайн в этом. И, ну, которые просто увлечены мотоциклами. У нас был клуб, вот все, ну, и мотоциклы у нас. Вот, а там вот, сейчас вот наше помещение вот закрыли. Короче, убирать оттуда все, там будет платно, а ДСАФ там на права учиться. Сказали, а мы так ничего не поняли, что, короче, нам оттуда уходить и все, а куда, за что? А кто вам руководит? Вот он. А так шефа вообще нет. Вроде бы мы относимся к клубу «Радуга». Ну, как я, в общем, клуб вообще хотели закрывать. Я пошел, добился к начальнику ЖЭКа, чтобы все-таки отдали нам этот подвал. И, ну, собрал вот костяк вот этих ребят, которые, ну, я считаю, действительно любят это дело и вообще занимаются нормально этим. А ты кто? Сколько тебе лет? Мне 22 года, я студент Московского автомеханического института, второй курс. Куда вам деваться? Никто не знает. Ну ничего не знаю. Ничего. А где, прошу прощения, где вы еще были? Еще был я в исполкоме. Вот совсем недавно, в пятницу. Ты один ходишь во всей компании? Нет. Мы стоим, короче. А то у нас, мы как заходим там в кирзачах, там в бушлатах, нас не пускают сразу. Все, нас тормозят, кто-нибудь один. Вот он один всегда. А в свой райком комсомол вы ходили? Нет, не ходили. А вот интересно, почему в райком комсомол? А он... Ну, по-честному. По-честному, мы сначала узнали, нам сказали, вот надо идти к начальнику сначала, это ДСАФ Куйбышевского района, туда. А потом в райисполком, и нам даже про это ничего больше не сказали. Ну вот сами, как вы думаете? Вот это даже нельзя съемать, я просто. Почему вы не пошли в райком комсомола? Ну, если, по-моему, исполком не сделан еще, то что же говорить о райком комсомола? Просто вы уже заранее были уверены, что не там. Конечно. Ох уж эти два колеса. Сколько забот прибавили человечеству. Нет бы радоваться старичку-велосипеду. Но неугомонные изобретатели продолжают гонки на скорость. И закружил мотобум мальчишечьи головы. Ну кому же не хочется быть быстрее ветра? Мы задают один и тот же вопрос.
Ну что это за повальное увлечение? В нем нет никакого смысла. Почему? В нем нет никакого толка. В нем нет никакой пользы. Вот что нам пишут. Ну почему нет никакого толка, нет никакого смысла? Ну ладно, тогда я могу вас задать такой вопрос. В чем смысл, что вот девушки занимаются самбо? Самооборона? Ну что, у нас нету парней, которые могут защитить девушку? Ну в этом тоже как-то... Ну что это для тебя, спорт или что? Для меня это и спорт, и увлечение. Ну, техникой я занимаюсь, можно сказать, вообще с малолетства. У меня отец связан с техникой был. Ну, как-то на тракторах просто вот так вот занималась. Для меня даже приятно вот то, что придешь на секцию, ты же чувствуешь только этот запах. Запах бензина. Просто приятно, интересно, увлекаешься как-то этим. Спортклуб «Триал», который мы вас пригласили, создан во Владимире недавно, всего несколько месяцев назад. И, конечно же, всех проблем ночного города он еще не решил. Но, как видите, подготовка к соревнованиям в полном разгаре. Так что времени на ночные гонки почти не остается. Знаешь, как говорят, что рокера ребята лихие, никакие клубы они не пойдут. Зачем это надо? Кому-то подчиняться, какой-то вон руководитель уже есть, Андрей. Он такой же. Ну, он такой же, как и мы, в принципе-то. Он здесь просто за все отвечает, а ездит с нами, точно так же учится вместе с нами. Ездит на мотоцикле через эти препятствия. То есть у вас же, наверное, кто руководитель, да? А? Важно, наверное, кто руководитель, да? Ну, в принципе, был бы конечно. Другой руководитель, вот лично я за другим руководителем не пошел бы. Вот только за ним, зная его характер, его целеустремленность, то, что если он... А ты бы раньше знал? Да, мы так, друзья. Вместе ездили? Да. И если уж схватится за что-нибудь, все, его не торвешь. Даже за кого-нибудь. Был бы другой руководитель, я бы не пошел. Я был когда-то рокером, ну, в смысле, не было тогда названия этого рокера. Ну, а так я ездил, приходилось по ночам с друзьями. Все было. Я люблю, фанатик, можно сказать, мотоциклист. Вот, и до сих пор езжу на своем мотоцикле. Так, а как же ты в руководителя попал? Случайность это, нет? Просто хотелось попробовать, испытать себя. Смогу я поработать с пацанами, свои силы испытать. А вот конкретно, кто и что из организаций, вот здесь присутствующих, для этого клуба сделал? Если мы говорим о том, что есть какие-то такие раски нового, они были заложены, может быть, несколько раньше. Потому что у нас в области традиционно, скажем, в ряде городов, в том числе в Коврове, значит, мотокросс был популярен и ранее. Значит, это новые виды, вот появившиеся вот триал, это, в общем-то, будем говорить, на определенной базе уже ранее существующей. Ну, а по ночам-то гоняешь в Коврове? Коврове по ночам гоняли и 10 лет назад. Это была моя молодость, и я помню, что в Коврове это было всегда. Массовое, может быть, говоря, оно приобрело в других городах вот в последние годы, но эти вещи были и ранее. Значит, и формы, наверное, пробовались и ранее, но они были не очень эффективны, потому что, правильно ребята сказали, в основном действовали методами рейдов, запретов и, будем говорить, каких-то штрафных санкций. Пожалуй, так. Мы же знали, где у них эти сборы проходят, знали их стоянки. Мы же выезжали туда, с ребятами разговаривали. Попросили ГАИ, значит, машину у них взяли и вместе с замкомандиром батальона дорожно-патрульной службы, да? Вот, Колганова. Поехали, в общем-то, на эти места, где ребята собираются. Поговорили с ними. В общем-то, никто их не боялся, но они, конечно, ГАИ побаивались. Хотя уже о Колганове, вот как о человеке среди этих рокеров, шел такой разговор, что он очень порядочный, ну и не такой, в общем-то, жесткий. И вот из бесед выясняли, что же их все-таки интересует, что же они хотят, что можем мы. Вот, и пришли к выводу, что, наверное, лучше начать с того, что надо начать с дела для них. И вот горком комсомола молодцы, вместе вот с ГАИ все-таки нашли такое дело, организовали для ребят соревнования. Прошли соревнования, сразу вот Николай Васильевич оставил, собрал всех, и зрителей даже, и участников. Обо всех проблемах поговорили, много им вопросов сложных задали, вот, на все ответили. И сразу с ребятами, вот кто участвовал, поговорили о создании клубов. То есть не откладывали надолго. Раз обещали, значит, надо делать. Ну, а говорили так... о клубе, а уже подобрали помещение заранее? Да, в процессе подготовки к соревнованиям уже я вот
чисто случайно с Андреем столкнулся, хотя, конечно, искали мы кого-то руководителя. В общем-то, обещали ребятам, надо делать. Ну, в общем, в процессе подготовки, в общем-то, нашли мы это место. И, так сказать, фаната, кто бы этим занимался, вот, которым является Андрей. Фанат Андрей, да? Большой любитель этого дела, да, вот это все держится на нем. Ну, ДОСАВ, прежде всего, видит свою задачу в помощи создания клуба «Триал» — это обеспечение в техническом плане. Обеспечение техникой, допустим, мотоциклами, запчастями. Помогал горком партии, тут профсоюзный комитет завод, точмаша комитет комсомола. У нас есть задумка привлечь в добровольную народную дружину по безопасности движения. Не боитесь, что они будут пользоваться служебным положением? Не боимся. Почему? Потому что ребята, вот насколько я с ними встречался, мои коллеги, ребята честные. И в совместной, в такой работе по наведению порядка на дорогах в этом году предстоит сделать много. Вот в процессе разговора я задавал вопросы. Вот чем хорошо вот это ваше, так сказать, катание? Ну, ребята отвечают, это лучше, чем пить, лучше, чем курить, лучше, чем по подъездам шарахаться. И у меня была мысль-то привлечь в добровольную народную дружину по безопасности движения именно в связи с тем, что они бы могли оказать какую-то помощь. Помощь вот в выявлении всех этих пьяниц. А каждое происшествие на мототранспорте, каждое третье совершается по вине нетрезвых мотоциклистов. И два слова еще, где технику взяли? Кто скажет? Технику взяли мы в городе Коврове. Там завод имени Дегтярева, который выпускает мотоцикл «Восход», знаменитый. А денежки откуда? Денежки нам помог Фрунзенский райком комсомола, профсоюзный комитет завод «Точмаш». И, в общем-то, договориться помогли нам ГАИ. ГАИ УВД. С привлечением техники вопрос решился с помощью авторитета Ковровской госавтоинспекции через одно из ковровских предприятий. Нас порадовала серьезность, с которой ребята занимались любимым делом. Увидели мы здесь и токарные станки, и мастерские, и трассу для триала. Но все же не выходило из головы. Как же все-таки быть с ночной романтикой? После первых соревнований, которые у нас были, триал провалился в городе, я уже стал себя уверенно чувствовать, ну, на бездорожье, на каких-то там каньонах, поворотах, там, в других местах. Так что это вот много дает триал. То, что на шоссе, это просто открывать ручку газа и видеть там перед собой какую-то точку цели, там кого-то обогнать, обойти. Это... А как ветер свистит, да, и слезы из глаз. Это, в этом ничего нет сложного. Потому что некоторые люди там по 8 лет за рулем, там все это ничего не дает для себя. Один из возможных вариантов решения проблемы предложен Владимиром. Похоже, что лед тронулся и в Москве. Горком комсомола и газета «Московский комсомолец» пригласили московских рокеров на зимние мотосостязания. Ну как, поздравить ищем? Я думаю, нечем. Не очень хороший результат. Не первым пришел. Ну а как вообще впечатление от соревнований? Хорошо, но тяжело. Но это нужно тебе. Конечно. У тебя, в общем, каких эмоций больше? Положительных или отрицательных? Положительные, конечно, эмоции. Если бы отрицательные, я бы сюда не приехал. Вот в том году было очень традиционно было говорить, что вот клуб дали там, то есть все, но московский комсомол, он ничем же не помог в этот тот день. Ничего не было. Кроме лозунгов ничего не было. Ну, я не знаю, мне сложно здесь ответить. Это очень, к сожалению, распространенная точка зрения. И говорить, что мы что-то не сделали, мы в чем-то вам, так сказать, не помогли, ну, наверное, это, наверное, безосновательно. Давайте попробуем. Вот сейчас у нас, так сказать, 13 февраля. Давайте мы встретим все ровно через месяц, ну, так сказать, пригласим программу и посмотрим, какие результаты.
Это будет конкретный, реальный, так сказать, разговор. Встреча произошла даже раньше, чем через месяц. И, как обещали, пригласили в Московский городской комитет комсомола и нашу съемочную группу. Ребята обсудили примерный устав клуба, ближайшие планы. Теперь слово за членами только что избранной инициативной группы. Когда реальные дела появляются, уговаривать не надо, но ребята должны знать, что их не обманут на сей раз. Ну, сейчас об этом трудно сказать. Мы первый раз собрались, только друг друга увидели. Ну, что-то намечается. Мне кажется, что-то получится. Я вообще воодушевлен началом. Мне понравилось то, что, во-первых, мы собрались все, увидели друг друга, а во-вторых, что мы уже выбрали инициативную группу, и с этого, наверное, надо начать работать. Что ты говоришь? Какой раз уже собираемся? Наверное, раз десятый уже. У ветерана совсем другое отношение. Прежде всего, хотел сказать, если, допустим, организуется клуб, вот я не хвалюсь, немного разбираюсь в двигателях мотоцикла. Ты умеешь ремонтировать мотоциклы, я правильно понимаю? Да, я хотел бы просто помогать ребятам. Мы можем сами, да, мы вообще-то для этого и собрались, конечно, чтобы все это сделать. Вот твое лицо мне знакомо. Ты, по-моему, приходил к нам в редакцию. Да. У вас развалился клуб, правильно я помню? У нас клуб не развалился, у нас отобрали помещение, в котором он существовал. Клуб до сих пор существует, и я до сих пор верю, что у нас что-то получится с организацией. Просто если бы я в это не верил, я бы сюда не пришел. Поэтому ты и выставил свою кандидатуру в правление? Да, конечно. Чтобы отставить интересы тех ребят, от которых я выступаю. А что ты можешь предложить клубу? И рабочие силы, и у нас есть ребята, которые разбираются в технике, и сварщики, ну и просто специалисты какие-то конкретные. Поэтому вы себе представляете, думаю, что вы взваливаете себе на плечи? Который будет вам звонить. Ну, вообще, честно говоря, нет. Координировать работу. Вот, но я, так сказать, вижу, что сейчас у нас есть, ну, какой-никакой, но уже совет, так сказать, есть ребята, которые высказали желание и горят, так сказать, желанием создать какой-то клуб. Их не бросите? Вы не уйдете куда-то? Нет. Например, на повышение? Ну, что касается лично меня, для этого избирается совет. Есть инициативная группа, и она работает не при мне, не при, так сказать, секретаре горкома, она работает при городском комитете комсомола, при организации. Неважно, буду я или кто-то другой из ребят, так сказать, заниматься ими. Так сказать, этот совет создан при Московской городской организации комсомола. Горком не бросит этих ребят? Я отвечаю за это. Ну что ж, закончим пока рассказ о проблемах ночного города на этой оптимистической ноте. Солнце стоит в зените, и исчезают тени, исчезают призраки, дым развеян, и луч солнца согревает уставшую землю. Когда пришлось перечитывать наших классиков на предмет выявления их упоминаний колокольчиков у бубенцов, наткнулся я на одну ошибку Пушкина. Не может быть. У Пушкина. У Пушкина. У него была повесть «История села Горюхино», которую, кстати, он не закончил, и при жизни она не публиковалась, он ее не редактировал. И он там допустил одну ошибку в связи с тройкой. Перепутал гужи с вожжами. Ошибка была настолько явной, что в первом посмертном собрании сочинений Пушкина была исправлена его друзьями,
Жуковским, Вяземским и Плетневым. И в течение всего 19 века так и шло правильно. А как звучит сама фраза? А нужно было, речь-то шла о том, что ямщик делал вид, что погоняет тройку, а на самом деле... Это на подъезде к селе, село Горехино. Затягивал вожжи, а у Пушкин написал гужи. Затягивать гужи, ну, никак невозможно, особенно на ходу. Ну вот они исправили. В течение всего 19 века шло все нормально. А уже где-то в 20-е годы нашего века вновь вернулись к оригинальному тексту Пушкина, и вместо вожжей опять появились гужи. А где здесь гужи-то? Вот посмотрите. Вот у коренника, у средней лошади, это хомут. Вот гуж правый, вот гуж левый. Ну, давайте на примере правого. Ну, сразу видно, что подтянуть его никак нельзя. Да, значит, в этот гуж вставляют. Тройки в первое время выполняли почтовые функции. Звон колокольчиков частных троек вносил полную сумятицу в работу почтовой службы. Ну и последовали запреты. Тогда стали применять бубенцы, бубенчики. Вот на шее лошадей вешались вот такие ошейники с бубенцами. Причем бубенцы подобраны в гамму. Ну и звон такой был, который, наверное, и сейчас знаком по катаниям на выставках, на проводах. В основном по кинофильму. Кроме того, вот бубенцы-глухари с таким вот звуком. Их применяли, знаете как? Вот идет санный обоз. К последним саням привязывали такой бубенец для того, чтобы в метель или там ночью эти сани не отстали, не потерялись где-то. Потом вот в начале нашего века появились так называемые сиделочные колокольчики. Это очень редкие вещи, они встречаются очень редко. Вот этот предмет называется сиделка. Сиделка. И вот на эту сиделку, он укрепляется, конечно, на лошади, на пристяжной. А где примерно он укрепляется? Ну, там же, лошади. Где седло у верховой лошади, сиделка у упряжной лошади. Серьезно? На спине. Угу. И, значит, у пристяжной лошади вот эта простенькая сиделка укреплялась. И иногда ставился на нее сиделочный колокольчик. Он вот такой вот очень звон красивый издавал. И вот... Еще один образец сиделочного колокольчика с очень приятным звоном. Райская музыка. Тяга, по-видимому, была непреодолимая к звону во время езды. Но, кроме того, известны скотоводческие колокольчики. Вот на шею... Скажем, коровам вешались ботолы. Ботолы, вот. Для чего это? Свободный выпас скота. Пускают корову пастись. Для того, чтобы можно было по звону этого ботола определить, где она находится, вот такой вот подвязывали предмет. Он, конечно, в музыкальном отношении совершенно негодный. Но, тем не менее, вот тоже относит моего колокольчика. У нас коровы вдруг внезапно появились, все были лошади-лошади, а лошадям такой не прицепляли колокольчик? Ну, лошадям могли, но больше, наверное, вот такой бубенец. Тоже подшейный бубенец. Ну, кроме того, раз вы уж спросили о колокольчиках, ведь существовало огромное множество колокольчиков, кабинетных, настольных,
вот в частности. Это никакого отношения не имеет. Ну, косвенно. Вот посмотрите, вот этот ямщик, это колокольчик. Вот он звонит. Какой колокольчик вам дороже всего из вашей коллекции? Ой, дорогих, для души, я бы сказал, много. Ну вот, я бы, наверное, обратил внимание на вот этого инвалида. На колокольчике написано «Филипп Тирской в Валдае, 1802 год». Ну, во-первых, нужно сказать, что 1802 год – это самая ранняя дата, которая появилась на колокольчиках. А может быть, еще раз позвоним? Давайте позвоним. Ну вот, например... Члены клуба вместе со своим бессменным руководителем Валентином Николаевичем Денисовым отметили день рождения республики – 22 года. В республике 4 секции – конно-туристическая, военно-патриотический клуб «Сокол», радиокружок и вокально-инструментальный ансамбль. Ну и хорошо. Эти тренировки, они у вас для чего? Ну, мы хотим на 24 марта показать, ну, день рождения гвоздики будет. Оп. Это Саша прыгнул в гвоздики. Саш, не страшно? Лошадей содержите на какие средства? Зарабатываем сами. Ездим в совхоз, в какой-нибудь колхоз. Так, два круга. Снятся лошади? Снятся, конечно. Чем интересен опыт работы этой ребячей республики «Красная гвоздика»? Они одни из первых перешли на хозрасчет. Это значит, хочешь заниматься конным спортом, умей заработать. Ведь нужно лошадь кормить, содержать. 5 лет назад ребята, бывшие угонщики лошадей, объединились с конным туристическую секцию. А совсем недавно организовали коммуну. И раньше, если мы работали все вместе, то деньги шли... Часть денег шла в один клуб, потом в другой клуб и в третий клуб. Ребята с этим не согласились в секции «Ассоль», вот, и сказали так, давайте мы сами будем себя обеспечивать целиком полностью, будем сами себе зарабатывать, и деньги будут храниться у нас. Выбрали себе казначея, составили устав своей коммуны сами, вот, и сейчас вот они живут на своем. Ну сколько ты лично заработал на каникулах? Мы заработали 186 рублей. Объясни мне, у тебя что, нет своих проблем личных? Тебе деньги не нужны? Забирать домой все деньги, что тут останется? Как лошадей кормить? В общем-то, ребята полностью учли интересы своего коллектива. Как можно заработать деньги? Работай выходные дни в совхозе. Правда, и расходы немалые, ведь прокормить надо 9 лошадей. Ребята все продумали и решили, что 75% заработанных денег пойдут на нужды конной секции, а остальные 25% в общий котел республики. Я считаю, это мало, конечно, потому что у нас очень много живности, которую нужно прокормить. Сколько? Вот. Ну, это мы подсчитывали 98 ртов нам нужно прокормить, начиная от канарейки и кончая лошадью. Вот что такое собаку? Вот собаку нужно кормить, одну собаку нужно кормить каждый день рыбой, сырой рыбой. Вот. Но это у нас уходит на ежедневно на одну собаку где-то порядка 50 копеек. Вот. На одну собаку только. А у нас этих собак и 3. Это руб 50, понимаете? А если вот они продают овоз, допустим, за 10 рублей, ну вот, один овоз продали, то у меня только 2,50. Это фактически один день, у меня даже не хватает, чтобы на один день их прокормить, понимаете?
Ну вот проблема и сейчас на этом этапе, вот когда только начинается коммуна, да, хозрасчетная, большие? Проблемы. Да фактически проблем нет. Вот, допустим, стал у нас вопрос о том, что нужно заработать 200 рублей в день. Вот. Срочно, прямо вот есть такая необходимость, заработать эти деньги. Все, мы договариваемся на воскресенье, допустим, вот есть у нас местный птицеплеменной завод, смена. Вот договариваемся, едем туда, насчет работы, там говорим, вот дать нам работу на 100 рублей, мы приезжаем в воскресенье, ее выполняем. Все, они дают нам работу, мы приезжаем, выполняем, 100 рублей получаем, все. Два воскресенья у нас, две недели, 200 рублей у нас есть. Вот таким образом мы решаем проблему. Правильно, без оптимизма было бы сложно. Но ведь в шести небольших комнатах второго этажа бывшей вечерней школы каждый день собирается более 100 подростков, в то время как первый этаж 2 года пустует. Хотелось бы организовать клуб юных десантников, клуб дворовых команд, а помещения нет. По той же причине вынуждены были закрыть фототехнический кружок. Но на одном энтузиазме долго не продержишься. Нужна конкретная помощь городских властей. Почему вот, ну вот ты для себя выбрал такую судьбу? Ну, такую профессию. Ну, я, во-первых, потому что я, наверное, вырос здесь, в этом клубе, можно сказать. Со второго класса я больше ничего другого я не видел. Вот, можно сказать, на улице я не был. Это хорошо или плохо? Это мало или много? По-моему, это много. Я себя не чувствую ущемленным, знаете, я привык. Я вот, если я хлопот не чувствую, вот, я как не в своей тарелке нахожусь. Я 10 лет назад не обходил преград, бывал им только рад, так было веселей. Я бы мог повернуть назад, если б мы были чуть взрослей. Неверный ход, я очки терял, я не понимал, что можно проиграть. Но меня спасло, чтоб те годы я не любил считать. Если бы мы были взрослей.